Друзья мои, приветствую всех. По вашим огромным просьбам делаю подборку топоров. Начнем мы с двух бомбовых новых моделей. Сейчас покажу вам. В данной модели вы уже голову такую видели. Новая рукоять. Вот хочу обратить внимание, то есть она более удобная. То есть под несколько хватов, вот, видите, вырезы сделаны. То есть на коротке работать очень удобно. И вот такой вот эксклюзив. Голова у нас в золоте. Видно? Потому что тяжело передать на камеру всю красоту. То есть рисуется ювелиром вручную. Также очень красивая рукоять, инкрустирована рогом лося. Естественно, это полностью ручная работа. Топор у нас в единичном экземпляре. Вот, то есть делаю подборку специально к предстоящему празднику. Кому интересно, пишите. Выбор огромный. Вот такой боевой топорик, цельнометаллический, он же томагавк. То есть его и метать можно, соответственно. Вот, вещь неубиваемая, чисто полноценно практичный рабочий томагавк. Потом следующая модель. Тоже посмотрите на голову топора, она уникальная. Идет здесь художественная ковка Долы, каменный век. Сталь углерод плюс ХВГ. Практичная, давно проверенная, уже рабочая сталь. Также рукоять, обратите внимание, очень удобная. Можно вот таким хватом, вот таким поработать. То есть, если вам надо какие-то плотницкие работы сделать. Вот для рубки уже вот таким. В конце загиб сделан специально, то есть, чтобы у вас рука не слетала при работе. То есть, все нюансы мы учитываем. Следующий топор у нас, это уже чисто плотницкий. То есть, я думаю, это видно по форме головы топора. То есть плотницкие работы будет идеально делать данным топором. И получается еще одна модель эксклюзивная. Полностью ручной работы ручка. То есть это все режется нашими мастерами, вырезается. При всем при этом ручка полноценная, удобная. То есть опять же, таким хватом можно работать, таким. Таким хватом, таким. То есть по факту 4 хвата получается. Вот. Идет трехслойная гравировка на топорище. Она не стирается. Вот. Топор также полноценно рабочий. Рекомендую. И вот уже более длинная рукоять. Смотрите, вот такой вот топорик. Дерево мы используем. Африканское дерево Бадо. Оно проверенное временем. Очень много уже мы пород деревьев перепробовали, и вот африканское бадо самое лучшее. То есть не боится воды, влаги, крепкое, износостойкое, рекомендую. Давай еще пробегись по всем топорам, а то уже многие забыли. Вот посмотрите, к предстоящему празднику заказывайте. Все есть в наличии. Так что пишите, срочно обращайтесь, отправим вам сразу же отправку по всему миру. Естественно, каждый топор комплектуется ножнами из натуральной кожи на кожаном подвесе. Вот. Так что всем добра, срочно пишите, всех жду.